Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас приветствуем в изобилии и достатке. Вы знаете, 7 января – это Рождество Христово, это поистине волшебный день. И в этот день вы можете провести различные практики, ритуалы для того, чтобы привлечь в свою жизнь деньги, счастье, изобилие и достаток. И для этого вам нужно просто-навсего обратиться за помощью к небесам. Поэтому 7 января вы можете даже загадать желание, и которое исполнят ваши ангелы. Итак, 7 января вы можете выйти на улицу и обратиться к Господу Богу с просьбой об исполнении самой своей заветной мечты. И если эта мечта, она благородна и не призвана навредить другому человеку, это очень важно, то обязательно воплотится в реальность. Поэтому 7 января выходите на улицу, руки поднимаете в небо и просите Господа, ого, Бога, просите ангелов-хранителей, просите высшие силы о том, что вы хотите, чтобы в вашей жизни произошло, что-то, возможно, изменилось, какие-то изменения произошли, возможно, касательно вашей работы, возможно, ваших финансов. Друзья, просите, 7 января это поистине волшебный и магический день. Только многие ленятся, к сожалению, и не хотят ничего делать. Но вы должны таким образом призвать высшие силы. Поэтому, друзья, Рождество – это поистине волшебный праздник. Обязательно смело просите благополучия для себя, для своей семьи в этот день. И, друзья, вы увидите, как ваши мечты обязательно станут реальностью. Главное – сделать хотя бы первый шаг, дать указание, дать приказ Вселенной, чтобы она начала выполнять то, что вам нужно.